Ой. Так. Как-то все плохо. Ну ладно. Пока что мы живы. Вроде бы. Пока что даже запись идет. Уже 50 минут. Уже час едем в одной миссии. А. Моя левая рука начинает отказывать. Так. Приезжаем какие-то вышки, какие-то еще что-то. Все едем по какой-то горной местности, гористой такой. Ну да ладно. О, мы походу заехали в пустыню. Или как здесь передают горные штаты. Я, собственно, хотел в пустыне побывать в одном очень хорошем месте. Я надеюсь, что эта трасса меня через него проведет. Собственно, скоро мы это и узнаем. Не отстает от меня соперник. Прям вообще никак не отстает. Так. Эй, иди нафиг. Знаете, такое ощущение, что мне последние два бота просто продаются. Ну ладно. 2,5 километра у нас с вами. До нашего врага, моего конкретно. Выбивает меня на поворотах. Стоит буквально заехать на песок и выносит просто машину. Ее разворачивает. Надо с этим что-то будет потом сделать. Летают самолеты, тихо. Мы все еще едем по дорожке. Три с лишним километра до нашего нехорошего друга. Продолжается пустыня, здесь жарко, так же, как и у меня, собственно, в комнате. Пойти, что ли, окно открыть? Но нельзя, нельзя! Нужно гнать!
постоянно нужно гнать вперед. Мы видим какие-то развалины. Мы в Нью-Мексико. Ориентир где-то далеко-далеко. Шустрый какой. Ну да ладно. На этой дороге мы более хорошо едем. Жалко, кстати, что во время гонки напрямую нельзя тачку менять. То есть, там, например, такой участок дороги, там, раз поменял тачку на эту, другой участок дороги поменял на другую. Так, что я могу сказать? Что мы все ближе к ориентиру. Я надеюсь, что следующий ориентир будет хотя бы, блин, штук 5 рядом. Потом где-нибудь еще один там километров в 10 и опять штук 5 рядом. Потому что если, блин, ехать по 40 километров, это просто жесть. Я не знаю, какую я уже серию подряд еду. Но я все еще еду. Это мне уже на все 300% напоминает NFS Run, потому что просто... Это нечто. Нечто в хорошем смысле, но и в плохом сразу тоже. Кстати, кому интересно, естественно, можете посмотреть NFS Run на моем канале, прохождение, все такое, кто вдруг не играл, чтобы понять, что это за игра. Ну, а те, кто играл, ну, тоже можете посмотреть. Да, такая мини-рекламочка. Это, собственно, для тех, кто досмотрел до этой серии, конечно же. Но это реально жестко. Так. Я уже час не встаю. Я уже час никуда не отходил. Ладно. 10 километров до ориентира. Всего 10. Знаете, вот такое ощущение, что вот можно срезать по прямой, там проехать, а потом сидишь и думаешь, а вот я сейчас срежу, а потом окажется, что мне куда-нибудь не туда. В общем, я надеюсь, что мне удастся сейчас хотя бы посетить Great Canyon, так называемый. И поездить по нему. Посмотрим, собственно, насколько я удачлив в этом плане. По-моему, кстати, мы едем как раз в Great Canyon. Я на это надеюсь. Итак, мы прошли рубеж в час. Я не знаю, поскольку я буду делить серии, может минут по 20, и тогда сейчас уже идет четвертая, а может и до сих пор третья, и четвертая скоро начнется, фиг его знает, но... Это жестоко. Пока запись идет, пока все хорошо.
Ориентир далеко впереди. Машина ведет себя сейчас на гравии здесь хорошо. Ну, не знаю, я, кстати, любую дорогу, которая, скажем так, бездорожье, я называю в основном гравийкой. Ну, мне так проще. Только я понимаю, что это ошибочное понятие. Что здесь такая более песочная местность, и здесь больше песка, чем камней. Но все же. Все же. Да ну вас нафиг, блин. Достало. Почти доехали. В данной ситуации не надо было смысла особо обращать на то, что я... Ну, кстати, ничего толком не выиграл тем, что вот так срезал. Остался, по сути, на том же месте. Минута 7 разницы. Три с половиной километра до нашего противника. Был полный бак нитро, который мы только что израсходовали. Еще раз. Тем более, что едем мы, в принципе, прямо. Почему бы несколько раз не потратить нитро? Потихоньку уезжаем от наших соперников. Потихоньку приближаемся к нашему сопернику. В принципе, здесь довольно прямая дорога. И дальше начнется то, что я ненавижу. Грёбаный серпантин со скалами. Да, заносит ее здесь все-таки. Надо поаккуратнее ездить немножко. Ох, жесть! Нет, там без вариантов, походу. То есть надо обязательно все-таки проезжать эту часть. Это меня вообще не в ту сторону занесло. Так, ориентир в 2 километрах, по сути. Ну что-то около того.
Этот негодяй опять оторвался от меня. Я вроде его почти догнал, почти сделал то, что нужно, но вот он опять от меня уехал. А вот мои оппоненты от меня отстают все дальше. Что только радует. Прошло еще почти 10 минут. Сейчас я буду вынужден сделать, скорее всего, быстрый стоп-старт, когда будет прямая дорога, дабы на всякий случай сохранить хотя бы маленький кусочек этого фрагмента. Хотя... А ладно, сделаю по-другому. Не буду делать стоп-старт. Все будет хорошо. Кстати, вот здесь вот замечается явное проседание FPS. Здесь как-то... Очень много чего-то. Туман, видимо, прорендеривается в игре. Чуть не вылетели в карьер. Ну да ладно. Пока едем. Встречаем непонятных зверьков. О-о-о-о. Встречаем непонятных зверьков. Не очень-то я люблю такую гористую местность. Здесь приходится довольно сильно тормозить, как правило. Но в целом все идет хорошо. Долгая гонка. Так, главное сейчас с трассы не вылететь. Притормаживаем. Притормаживаем. Все как надо. И стараемся входить в повороты плавненько. Насколько это, в принципе, возможно. У нас тачка просто сейчас... Настолько грязная, насколько это может быть. Чуть-чуть срезали. Это было опасно, но оправдано. Мы очень сильно сейчас оторвались от наших соперников, которые сзади, и постараемся все-таки догнать первого гонщика. Если, конечно же, у нас это получится. Но, как видите, я стараюсь, то есть я делаю все, что могу, чтобы его догнать, срезая как только могу. Где это виду, в виду, понятно, можно сделать. Потихонечку мы его начинаем нагонять, но не знаю, насколько это будет оправданно и логично. Ну или не начинаем.
Так. Ну, где-то, в принципе, в 500 метрах он от нас находится.